От глухой лесной опушки до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики, легковые, криво, косо, в ряд, не в ряд, вперед, назад, гусеницы и колеса на снегу еще визжат. На просторе ветер резок, зол мороз, вблизи железо. Дует в душу, входит в грудь, не дотронься как-нибудь. Вот беда, во всей колонне завалящей нет гармонии, а мороз не стать, не сесть. Снял перчатки, трет ладони, слышит вдруг: гармонь-то есть! Ха! Уминая снег зернистый, в переменку пляс, не пляс, возле танка два таксиста, танкиста греют ноги про запас. Только взял боец трехрядку, сразу видно — гармонист. Для начала, для порядка, бросил пальцы сверху вниз, позабытый деревенский. Вдруг завел, глаза закрыв, стороны родной, смоленской, грустный, памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. Обогреться, потолкаться, к гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы, дайте на руки подуть. Отморозил парень пальцы. Надо помощь скорую. Знаешь, брось-ка эти вальсы. Дай коту, которую. И опять долой перчатку. Оглянулся молодцом. И как будто ту трехрядку повернул другим концом. И пошел работать, наступая и грозя. Да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Половицы гнет в избе, словно праздник на вечерке. Прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе. Подает за штукой штуку. Эх, жаль, что нету стуку. Эх, вдруг, кабы круг, кабы друг, мощеный круг, кабы валенки отбросить, подковаться на каблук. А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет. Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что ребятам этим, с места в воду и в огонь. Все, что можно быть на свете, хоть бы что. Гудит гармонь, и с опушки отдаленной, за тысячи колес, из конца в конец колонны по машинам понеслось. И опять увалы, взгорки, снег да елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он. Браво. Аплодисменты вам. Браво. Спасибо большое. 26 февраля в 4 часа в Свердловской детской филармонии состоится концерт «Читаем под музыку» Василий Теркин. Известная поэма давно разошлась на цитаты. Каждый ребенок должен знать о своем прошлом, о том, как пройдет этот концерт. Сегодня расскажут наши гости. Но идите сюда чуть поближе, вставайте. Мастер художественного слова, актер театра драмы Александр Борисов и руководитель оркестра народных инструментов Виктор Волохов. Доброе утро. И, конечно же, мы спешим вас поздравить сегодня с Днем защитника Отечества. Спасибо, девочки. Вы такие красивые сами, как подарочки. Это да, это мы старались. Спасибо. Ну, а теперь рассказывайте подробнее, как будет строиться концерт и что увидят, услышат ваши зрители. Цикл «Читаем под музыку» в детской филармонии включает в себя несколько концертов. Это один из самых давних. Это было подготовлено вместе с оркестром штаба Центрального военного округа. Вы представьте, девчонки, ну, 30 человек на сцене, масштаб, в форме, медное звучание, очень красивая музыка Никиты Богословского. Это вообще симфоническая поэма. Никита Богословский — это советский композитор, он был даже знаком с Александром Твардовским и, собственно, взял его поэму и какие-то из глав
превратил в какую-то невероятную музыку. И вот вместе с оркестром к 75-летию Победы, которая праздновалась в 2020 году, детская филармония с моим участием создала вот такой замечательный концерт. Он состоит и из видеоинсталляций. Там, например, про гармошки есть такая интересная информация. Вы знали, что гармошки использовались как оружие на полях Второй мировой? Ну, конечно, нет, не знаю. То есть это была психическая атака. Когда все боятся, то играет музыка. Не только, это было запугивание противника. То есть они гудели мехами своими и шли в атаку. Вот это, да. И это оказывало какое-то невероятное. На какого зрителя рассчитан концерт? Концерт рассчитан на семейный просмотр, потому что когда нас смотрят и слушают эти строки известной поэмы, люди старшего возраста, у них наворачиваются слезы с первых строк. Когда это смотрят дети, это впечатление вот от таких моментов. Мы уже даже вот кусочек посмотрели. Я предлагаю тогда все нюансы, прямо сейчас не рассказывать. Хорошо. Приглашайте быстро на концерт. 26-го в 16 часов в субботу. Замечательное время, чтобы прийти и вдохновиться, зарядиться этой энергией. Никита Богословский, Александр Твардовский, Василий Теркин. И, конечно, хочется сказать, что в честь праздника сегодня скидка 25% на билеты по промокоду «Победа». Спасибо большое, что пришли, вам показали нам этот замечательный номер.